Очень важно, потому что, знаете, ну, много людей хвалятся сегодня. Ты христианин, да, я христианин, ты веришь в Бога, я верю. А там, честно, не пахнет настоящей верой. Поэтому вера в Бога или, правильное слово, полное доверие Богу. Вот это есть две большие охраны. Ты веришь в Бога? Да, я верю. А когда ситуация осталась, когда друзья остались, вот ты веришь Слову Божьему, что Он сказал, я не оставлю тебя, и я тебя что? Не покину. Вот есть вера в Бога, да, я знаю, есть там на небесах, а вот ты доверяешь ли этой ситуации, в которую Бог тебя поставил, или нет? Вот это, друзья, очень важно, поэтому здесь больше апостол Павел раскрывает смысл не вера в Бога, а вы знаете, им написано и бесы, Виктор, что? Верует это пишет, а вот доверие Богу, это две большие, это тоже часть веры. Поэтому я сегодня постараюсь как-то немножко говорить о доверии. Доверять это верить словам Его. Это не обязательно ощущать Его. Нет. Он с нами. Если Он сказал, тебя не оставлю, я тебя не покину, я слился с тобой во все дни жизни до скончания. Если Бог сказал, то не человек, чтобы лгать. Он не обязательно никогда не оставляет. Это...